Так, всех приветствую, ребят, с вами Император Prime, и сегодня хотел бы вам рассказать одну интересную тему, связанную с тем, как люди обманывают в интернете. Вот, итак, скажу, что мне очень много писало людей по разной информации. Это касается информации, связанная с накруткой там подписчиков и тому подобное. Сразу вам скажу, что, насколько я знаю, по-моему, ничем ты нахрен не накрутишь там, короче. Есть там некоторые программы, и то там, короче, такой бред. Поэтому я на вашем месте бы ничем таким конкретно не занимался. Вот есть, я вам покажу один из приколов, который я сегодня чувака протроллил. Вот и все. И что в этот момент мне, короче, просто вот такое конкретное совпадение, поверьте, это никакой там сценарий, ничего не придумал, не. То есть снимаю я, потому что, короче, есть знакомая видеоблогер, начинающий или там, которые уже там продвинулись хорошо, без разницы. На это может попасть каждый, кто угодно. Я лично никому ничего не отправлял. И так знаю, в принципе, этих людей, которые обманывают людей, и мне просто честно, вот видят, короче, что у меня там этот, там 1200 там друзей, да, вот, 1200, короче, друзей, и они мне, короче, начинают эту всю херню катать. Ну как задолбали. То там этот, короче, накрутка подписчиков, 100 там, 100 там рублей, 1000, это, короче, задолбали, честно. Я вот просто чуваку пишу конкретно. Я понимаю, что это разводит, поэтому не верьте никому, когда вам пишут без обмана, без там херана, это все лапша. Смотрите. Я даже на стенку загрузил. Для меня это анекдот. Я ржал и плакал, честно. Я плакал прямо это, вообще жесть, от смеха. Фу, постараюсь сейчас не ржать сильно, но тем не менее. Чуваку пишу, хочу заказать 1000 мертвых подписчиков. Сколько стоит? Я просто прочитал вот эту информацию, что там 200 рублей 1000 подписчиков. Короче, пишу, хочу заказать 1000 мертвых подписчиков, сколько стоит? Живые у вас по 200 рублей, а мертвые дешевле стоят? Пиздец. Почему мертвых? Это живые. А, бля, живые. Ну, понятно, короче. Да, хотел узнать, мертвых можно набрать или только живые? Он говорит, блядь, да. Сначала отвечает, ну, это живые. Ну, если вы желаете мертвых, да, можно мертвых заказать. Я просто, сука, чуть не сдох, честно. Это просто капец. Я думаю, ладно, чувак, ты меня, короче, достал. Хорошо, мне тогда 10 трупов на сегодня. Вы на машине их доставляете? Доставка платная? И он такой, да, тебе, короче, типа не получилось, короче, развести там туда-сюда на бабосы. И в первую очередь эти чуваки, знаете, что еще делают? Вы, когда вам будут люди такие писать, вы им скажите, ты мне 1000 подписчиков херни в группу там, короче, или куда они там набирают, или на канал, без разницы. Ты херни туда косарь, а потом я тебе переведу деньги. Если вот так вот, блин. Вот. И знаете, что они отвечают? Они отвечают, мы так не работаем. То есть, короче, слышь, отдай кому-то деньги, блин, за не пойми что, а в конечном результате ни хера как бы не получит. Да никто, вы ничего не получите, не существует толком ничего такого. Есть сайты, конечно, какие-то там дебильные, но я хер его знает. То есть, там, короче, это, блядь, параша полная, и поверьте, ничем не занимайтесь таким. Смотрите, что какое, какая хрень приходит. Вот я общаюсь с человеком, вот, сообщение. Я думаю, он не будет там сильно как бы огорчен. Ну, я как пример. Вот, привет, вижу тебя, это чмо обмануло на деньги. Он пишет, привет, да. Я 15 минут назад на стенку загрузил, что не верьте никому, никто вам не накрутит ничего. Он пишет, я читал. То есть, я человек, которого я вообще не знаю. Он вчера обманул. А он вчера обманул, и я скрин быстро, короче. Он просто в группу, где он там, человек этот его обманул, он скрин выгрузил. Я думаю, о, понятно. А, кстати, даже можно, в принципе, где-то будет вот тут посмотреть. А, вот тут, короче, видите? Вот. Вот, видите? Вот он, короче, загрузил, как раз мне уведомление пришло, я такой думаю, что это за хрень. Вот, на 100 рублей это не деньги, но неприятно. Я пишу с каждого по 100 рублей и пару тысяч за день, как бы. Вот, такой бизнес, короче, ребятки ведут. Он пишет, что я админу группы написал, и вся такая вот байда. А вот это вот чучело, где оно, блядь, тут есть? А этот, мнда, вот, смотрите, мнда, пользователь удален. Он не удален, он нахрен забанен просто. Вот он. Мда. Вот. Вот видите? Мы обнаружили на странице Александра подозрительную активность. Та-та-та-та-та. И его нахер, короче, забанили. В ядрене фени.
Смотрите дальше, тема. Тема, которую присылает человек, вот этот, с кем я общался. Вот скриншот, вот фотка этого чудовища, короче. Они, короче, подставляют, или в основном тёлки, тёлки вот это все снимают, и такие, типа, здравствуйте, добрый день, а можно к вам обратиться, а можно вам задать вопрос? И сразу пересылают готовый такой, короче, текст заготовленный и все остальное. И вот он там, этот, там тут вообще с ребенком стоит, типа такой, короче, бедняжечка. И вот там вот переписка, типа, короче, и что дальше? И дальше, короче, у чувака, он перевел 100 рублей ему, вы не можете отправить сообщение этому пользователю. Все вот так делают. Вы отправляете только деньги, и он вас, короче, нахрен банит. И вот так вот потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, ядрени фени. Да проще пошел новую сим-карту купил и опять дальше разводит. Вот так вот. Потом, короче, человек, с которым я общался, боже, вот это чудовище еще. Так. Где тут? Сейчас. А, уже удалилось или что, не пойму, короче, переписка. То есть, смотрите, контакты, что пьяный. А, слава богу, вот, все отпустила жизнь. Не показывала всю переписку, что-то затупила, короче, мужики. Так, вот он пишет, другой сейчас мне пишет и говорит, что без обмана. Я ему пишу, не верь, ты им скажи, жду 1000 подписчиков и после работы оплата. Скажут, мы так не работаем. Ну, типа, я отвечаю, что они так ответят, что мы не работаем. Он пишет, я так и сказал, типа, пишу, а ты ответь, а вы ремонт когда делаете, ну, к примеру, в квартире, делаете ремонт, сразу рабочим все деньги отдаете, а потом ремонт, короче, ну, как бы вот так вот, то есть, вся работа всегда оплачивается. Ты сначала сделал работу, потом получишь деньги, а не сначала на получи деньги, а потом этот, иди работай. Вот, пишу, что там я работал начальником отдела продаж в компьютерной компании, тут множество прок типа знаю, туда-сюда. А, как бы вот так вот. И пишу, что, скорее всего, это накручивают мертвые подписчики, собачками их называют. Ну, всякая херня, пишет, мертвые собачки в багажнике привез. Ты спроси, типа, это собачек ты накрутил? Ну, это чувак, короче. Он пишет, вот, выделю. Человек пишет, да уже не спрошу, забанен. И его, кстати, заморозили. То есть, понимаете, второго чувака просто вот так вот забанили к ядрене фени. Поэтому, мужики, честно, вот, не ведитесь все новые там блогеры и вообще. Поэтому я вот снимаю информацию чисто для вас и для тех, кто, короче, может попасть. Поверьте, с каждого лоха вот так вот по 100 рублей разводят там, и никакая херня вам не накрутится за 100 рублей 1000 подписчиков и все остальное. Работайте своим трудом, и все у вас получится. Пилите нормальный контент, и будет все четненько. Снимайте стабильно то, что вы выбрали. Обзоры на технику, компьютерные игры, обзоры ремонт тачек, короче, в гараже, там, я хер его знает, все что угодно. Но все вот это понты. Я думаю, сделал полезную вещь, ребят. И я думаю, с вас лайк, подписан на канал. Как бы вот так вот. Всем спасибо, с вами был Император Прайм. Всем удачи, пока-пока. На этом все. Да прибудет с вами сила.